Из 8 батальонов народного ополчения 4 сформировали в Бендерах. Там и приняли основной удар молдавских националистов. Сегодня церемония на мемориале в Бендерах началась с минуты молчания. Больше всего на мемориале сегодня участников тех событий. Юрий Жасан в 92-м командовал батальоном ополчения в Бендерах. Вспоминает, в составе его добровольческого подразделения было 2 офицера. Всем остальным тогда впервые пришлось взять в руки оружие. Были рабочие, были депутаты горсовета, были из ГИСКИ ребята, крестьяне, были инженеры, были врачи. У нас было вот в нашем батальоне 72 человека, вооруженных стрелковым оружием. Против нас на Кишиневском направлении стояло более 2 батальонов, более 800 человек. Ни один из нас не ушел, и все выполнили свой долг. Многие погибли. На митинге сегодня говорили самое важное для нынешних и будущих поколений – сохранять память о тех событиях и о погибших за страну. Забыть о том, что происходило, это невозможно. Не мы это начинали, не нам этого забывать. Надо прежде всего не забыть о том, что Молдова до сих пор не принесла свои хотя бы какие-то извинения за тот конституционный порядок, который они пытались навести в период 91-92 годов. Ведь Приднестровье не образовалось на ровном месте, вот мы так захотели, и раз, и Приднестровье. Образовалось из-за того, что какие-то националистические, прежде всего, волнения были в самом государстве. Памятные мероприятия по случаю 29-й годовщины народного ополчения прошли сегодня и в других городах республики.